Амансыз ба, сыйлы әлімлер, аяулы әрекетшілер, әзіз қонақлар. Бүгін біз бек мәлілі ейінімізді түзіп келетірміз. Арамызда Ноғайша Сөлеймей таған қонақларымыз болғанына себептен, сіздің үзініңіз бен орыс тілге көшеймін. Приветствую наших уважаемых ученых, общественников и гостей. Сегодня мы собрались для обсуждения очень горячей и актуальной темы. Ногайское наследие в континууме тюрков России и мира. Наступивший 2020 год ознаменовался не только пандемией коронавируса, по причине которого мы сегодня собрались онлайн, но и обострением споров о ногайском культурном и историческом наследии. Причем эти споры ведутся как с представителями других братских народов, так и таких как татары и казахи, так и внутри самого ногайского общества. Особенно эти споры обострились с выпуском определенных книг и заявлениями определенных личностей. Однако мы в лице региональной общественной организации «Местная национально-культурная автономия Ногай-Эль» Нового Рингоя и научно-популярного проекта «Ногайологи. Ногайведение» решили, что нужно погасить все эти споры и распри и перевести вопрос в рамки научной и общественной этики. Для чего собрали сегодня наших уважаемых участников и гостей круглого стола. Разрешите мне их представить. Наш почетный гость, кандидат исторических наук, руководитель Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан, член экспертного совета Федерального агентства по делам национальностей, заведующий отделом этнологии, научный сотрудник Института гуманитарных исследований Республики Башкортостан Юсупов Юлдаш Мухаматович, старший научный сотрудник МГИМО, кандидат исторических наук, кавказовед, исламовед, этнограф Ахмед Аминович Ярлыкапов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела этнографии Карачао-Черкесского института гуманитарных исследований, автор научных статей и монографий о печатном деле у ногайцев Аминат Хасановна Курмансиитова, соискатель кафедры истории России Астраханского государственного университета, научный редактор научно-популярного проекта «Ногайологи. Ногайведение» Рамиль Валитович Ишмухамбетов, историк-исследователь, общественный деятель, краевед, руководитель Юртовско-Ногайского проекта Амир Дамирович Мусаев, певец и композитор, лауреат премии «Песня года», представитель знаменитой семьи просветителей Ренат Иосифович Джанибеков. В качестве наблюдателя присутствует кандидат исторических наук по этнологии тюркских народов, доцент кафедры восточных языков Астраханского государственного университета, председатель ученого совета Астраханского государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника Виктор Михайлович Викторин. А также наш аксакал, краевед, руководитель общественной организации «Местная ногайская национально-культурная автономия Ногай-Эль» города Нового Рингой, под эгидой которого мы сегодня проводим наш круглый стол, член Высшего совета Федерального национальной культурной автономии ногайцев России Хаирбек Аюбович Алакаев. К сожалению, нескольких наших гостей, которых мы приглашали и которые собирались участвовать в нашем собрании, сегодня не смогли принять участие по различным причинам. Это Ильдар Шамигулович Идрисов, кандидат политических наук. У него сегодня день рождения, с чем мы его поздравляем. Омриныз узак болсын, Ильдар Шамигулович, если вы нас сегодня смотрите. Также по другой причине, но уже более, скажем так, тревожной, сегодня с нами не присутствует Хаирбек Сейдахметович Бальгишиев. Это руководитель музея, филиала Государственного музея Тахагоди в Тирекли-Мектеп. Он не присутствует с нами по причине того, что его постигла болезнь, как он подозревает, это коронавирус. Желаем ему скорейшего выздоровления. Аллах сізге саулық берсін. И также сегодня по определенным причинам с нами не присутствует Арслан Абдурахманович Усимбаев, кандидат исторических наук, который должен был выступить по тематике истоков ногайского национального костюма. Ему тоже желаем всего наилучшего в его делах. Надеемся, что в будущем он будет к нам присоединяться.
Хайрбек Аюбович, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Я хотел предоставить Хайрбек Аюбович трибуну для приветственного слова и более глубокого обозначения вопроса. Саувал алим, арусве, хош келдингиз, бизим тегерек спрага. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш виртуальный круглый стол. Очень рад, что удалось всех собрать. Для нас очень важно ваше экспертное мнение, как ученых, по заданной теме. Проблема есть уже не первый год. Решаем эту проблему. И надо решать ее на научных площадках путем дискуссии. Спасибо. Спасибо.